Всем привет. Тут недавно мне пользователь написал, что не может попасть на мой сайт. Значит, я ответил, что не могу продлить регистрационное имя домена, потому что через русскую компанию Regru, Reg.com, они не признают английскую карточку Visa, а я живу в Англии. То есть это мне вполне по силам было продлить все это дело, но лично я сделать этого не мог. И вот пользователь Иракли Циклаури, значит, он написал, что а вот он оплатил. Проверьте, как прошло, сборку скачал, там ля-ля-то-поля. Действительно, сайт сейчас грузится благодаря стараниям Иракли Циклаури. Вот этому человеку вы можете сказать большое спасибо от любителей Linux, от любителей моего сайта и канала. Значит, вот лично он помог, он проплатил, значит, доменное имя, и теперь вы снова можете пользоваться моим сайтом. Но поскольку у меня все-таки лично были проблемы с проплатой, не принималась моя карточка, я сделал второй сайт. Вот, значит, окончание у него будет UK, United Kingdom или Соединенное Королевство. Это не полный дубликат моего сайта, но здесь все основное, как говорится, то, что за все эти годы я наработал, и есть. Тут пока две странички. Это вот главное, 5 уроков. И руководство, значит, находится здесь. Значит, как пользоваться? Значит, вот здесь вот все мои видео, которые я сделал, вот они находятся здесь. Идете по этой ссылке. Скачивайте вот этот файлик без волнистой линии CTB. С волнистой линии это уже бэкапы на всякий случай. Вот. А просто нажимаете скачать. И, значит, сохранение файлика, значит, там пошло своим чередом. Вот. Всегда можно тут просмотреть там, понаблюдать и прочее, прочее, прочее. Вот. Файлик, значит, сохранили. Я сохранил его в папочке. Значит, вот в этой мое видео. Значит, просто вам показываю. И вот на сегодняшний день, значит, я успел тут завести на 495 там моих видеороликов. Некоторые буду еще довводить. Ну, здесь вот все ясненько, красивенько, а вот, допустим, здесь, видите, идут видео. Вот как это дело делается. Нажимаете вот сюда. Вы хотите просмотреть этот ролик. Вот, нажимаете вот на эту ссылку под роликом. Всем привет. И вот этот ролик спокойненько просмотрите. Беспроблемно. Дальше. Значит, как делать, допустим, поиск? Вот. Поиск во всех ветках. Ну и нажимаете, например, я не знаю. Давайте выберем любое, что-нибудь не такое сложное. Ну, давайте вот P, C, Li, Linux. Вот. Вот поищем файлики с PC Linux. А их у меня довольно-таки много. Вот видите, один, там, второй, третий. Выбираете любой из них, встаете на него и начинаете, значит, смотреть. Здесь указана дата. Нажимаете на ссылочку. Опять-таки, если не можете просмотреть, вот под роликом ссылочка. Вот она.
Всем привет. И начинаете просмотр видеоролика. То есть функции поиска, значит, нужно пользоваться очень широко. Эта же функция таким же образом она работает в файлике команды и видео. Команды и видео. Вот. Значит, у меня на кладовочке этот файлик постоянно пополняется. Берете файл, открыть файл, поищем, где у нас тут. Вот, мега. Вот, команда и видео. Открываете. И попадаете вот сюда. Нужно что-нибудь найти. Вот поиск. Поиск во всех ветках. Ну что там? Ну давайте. Ну допустим. Заведем своп. Ну, вот он выкинет вам кучу информации по свопу. Выбираете вот именно как поменять своп файл, как его подключить и так далее. И все у вас будет. То есть наряду с традиционным, значит, вот иерархическим строением, скажем, самой программы Cherry 3, а тут можно добавлять там хоть 100 уровней в глубину. У вас еще вот есть такая хорошая функция поиска, и при помощи этой функции вы можете всегда находить необходимую информацию. То есть, если, значит, вам нужно посмотреть какие-нибудь мои видео, все они вот здесь. Какую-нибудь там команду конкретную, она, значит, вот здесь. Вот. Ну и практически все мои видео на канале YouTube, опять-таки, от новых к старым, располагаются вот здесь. Вот, берете, как говорится, любой канал, смотрите. И там уже выбираете там. Здесь ну, очень много там полезной информации, которую я собрал за все эти годы. Так что вот вам я, как говорится, это дело могу порекомендовать. Вот. Ну, еще раз хочу поблагодарить, значит, Ираклия, который практически предоставил пользователям возможность пользоваться сайтом, а с другой стороны, который подтолкнул меня, значит, сделать вот дополнительный, как говорится, сайт. Это как у человека два глаза, два уха, два легких, две почки. То есть принцип удвоения. А принцип удвоения, он дает, скажем так, увеличение надежности системы. Вот. Так что вот, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот. Ну, значит, я вам желаю всего самого доброго. Значит, рекомендую широко пользоваться программой Cherry 3. Потому что это нужная и хорошая программа. Здесь вот о программе Cherry 3. Значит, опять-таки там файлик, который можно скачать. Вот у меня масса видеороликов, которые я делал о программе Cherry 3. Тут тоже довольно-таки много. Так что на ваш выбор вы можете посмотреть, брать любую информацию, которая вам понадобится. Вот.
И я думаю, что у вас уже будет более или менее заметное представление об этой программе. А программа чудесная. Всем рекомендую. Вот. Ну ладно, желаю вам всего самого доброго и до новых встреч.